Дом – это уют, чистота и порядок. Здесь безопасно и комфортно. Жители многоэтажки по улице Мельникова гордятся тем, что им удалось превратить многоквартирный дом, в которых часто соседи не знают друг друга по имени, в место, куда каждый день хочется возвращаться после долгого рабочего дня. Каждый выбирает, как ему жить. Мы выбрали жить хорошо. Жить весело, жить нарядно. Поэтому у нас... Я считаю, что у нас очень хорошо. К нам, когда гости приходят и говорят, вау, в каком-то элитном доме живешь. А этот элитный дом сделан своими руками. То есть, в принципе, все сделано нашими силами, нашими усилиями. Вот. Собрались и так сделали. Цветами и растениями занялась садовница. Флора высажена по заранее составленному проекту ландшафтного дизайна. Клумбу украшают фигурки птиц и животных. А на фасаде дома красуются тематические плакаты. Я считаю, что наш двор соответствует всем требованиям современного МКД. Территория закрыта, она охраняется, ограничен проход для чужих людей, скажем так, да, значит, для въезда автотранспорта, круглосуточное видеонаблюдение. Оценив внешний облик дома, лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов принял решение подать заявку на участие в конкурсе партии «Единая Россия. Лучший дом, лучший двор». Соседи инициативу поддержали. Говорят, хочется, чтобы их труд заметили. Конечно, еще кроме того, что все это безопасно, красиво, это удобно, потому что есть и детская площадка, и спортивная площадка. Какими будут результаты, не самое важное. Главное, что день за днем двор и дом продолжают радовать глаз своих жильцов. Андрей Липанов, Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.